Ну, глянь, пень еще и с грибами, а. Шик. Я просто в чеховском лесу. На лианы, еще раз говорю, у меня очень нервная реакция, болезненная. Вот эта сволочь где была. То есть он один, получается, тут был. Вот он, видимо, в меня и стрелял, когда я пытался переплыть реку. Но тут уже он меня не особо покоцал, как бы грех жаловался на что-то. Так, вот здесь хорошая позиция еще раз, чтобы посмотреть. Боюсь я туда даже нос сувать. В принципе, я неплохо уже поработал. Давай на всякий случай поплавощем их немножко. А вон он, вон он, вон он. Все. Еще есть желающие вести переговоры? Так, с той стороны, на всякий случай, отполощем сюда. Сюда. Патронов бесконечное количество. Ну, видимо, это того удела уже. Ну-ка, туда. Вылезай, вылезай. Все, ладно. Пошли дальше. Пошли пешком. Кто-то либо там бегает, либо это травинка. Бегает или травинка там? Ну вот эти барабанщики, они все равно немножко барабанят. Ты слышишь это? То есть это значит, что тут все-таки нечисто. Так, там чубзик. Нет, там просто пулемет, никого нет. И такой, как бы такой звук банджо немножко. А, подожди-ка, а это я оттуда пришел? Так, ну что, давай еще раз встаем за этот, за следующий пулемет. Еще пополощем немножко. Давай, выходи. Кто-нибудь есть? Никого, пошли дальше. Здесь бы, конечно, странно, что на таких, опять же, позициях у них нету ни единого, я хотел сказать, одеколона. Ни единого... Ни бронежилета, ничего. Ну вот сюда, здесь у нас передатчик. Передатчик здесь. Боюсь, что нас тут еще кто-нибудь встретит интересный. Так, ладно, давай еще вернемся сюда. Все-таки, знаешь... Ладно, когда уже буду походить второй раз, уже буду разгуливать, как говорится, с наслаждением. Ладно. Вроде все чисто, мне кажется. Вроде да. Но барабанщики издалека бьют.